Всем привет, друзья! Вы на канале Слава Стар! Привет, привет, друзья! Итак, ну что ж, ребята, у меня для вас сегодня сюрприз. Наконец-то приехало два крутых Бейблейда. Это, ребята, Аматериус и это Сан Мун. Это день и ночь, луна и солнце, солнце и луна. Да. Это редкие Бейблейды, это Бейблейды лимитированного выпуска. Итак, друзья, кто из вас сегодня побеждает, тот получает возможность первым выбрать себе или же Аматериуса, или же выбрать Сан Мун, то есть день и ночь. Есть, вот они, ребята. Вот, это день и ночь, это Аматериус. Играем? Да. До 5, ребята. Мы играем до 5 очков. Угу. Согласны? Да. Поехали. Кто будет первый выбирать сегодня? Я. Ты? Да. У тебя Геркулес Никитос поиграет? Да. Слава, у тебя твой Геркулес играет? Да. Сломанный твой, да? Да. Слава, я тебе обещал, что я тебе закажу еще одного Геркулеса. Держи. Тебе как поменяли твой Бейблейд, который он у тебя выиграл. Да, распечатывай, и мы начнем. Я вас просто уравнял немножко в этих, хорошо, Никитос? В ваших возможностях. Что это? А давайте Бейблейд твой Геркулес, сынок, кому-то подарим. Давай. Разыграем его, да? Пускай ребята пишут под этим видео нам пожелание, а мы его как раз разыграем. Ну что ж, Слава, ты распечатал свой Геркулес? Покажи сюда. Ребята, вот у Славы Геркулес, это старый Геркулес. Вот тут у него, ребятки, немножко кончик отбитый. Из-за этого он чуть-чуть плохо крутится. Ребята, так что, кто хочет вот Славин вот этот вот Геркулес, то пишите комментарий под этим видео. И мы его разыграем в следующем, ну или через одно видео, или в следующем видео посмотрим, да? Вы пишите, главное, комментарии. Держи, сын. Старый, да. Это не мой. Ну что ж, ребята, поехали разыгрывать наши крутые волчки Аматериус и Сан Мун. День-ночь. Поехали. Кто будет первым выбирать? Никитос, ты первый выбираешь. Кого берешь на первый бой? Ты согласен, что он будет первый выбирать? Да. Хорошо. Никита, ты кого берешь? Геркулеса. Никитка взял Геркулеса. Слава, против Геркулеса ты кого берешь? Феникс. Феникса? Да. Это интересно. Да, чего? Он может победить как-то, а сильно-сильно его запустить. Готовы, ребят? Всегда готовы. Всегда готовы. Поехали. Итак, ребята, у нас первый раунд на арене. Возрождаешься Феникс против лучника Геркулеса. Мы играем до 5 победных очков. 3, 2, 1. Пуск. Вот он может выиграть, пока не считал. Да, ребята, в этом раунде победил лучник Геркулес. И это 1-0, Никита, ты побеждаешь. Следующий раунд, ребят. Пуск! О, спасибо. Смотрите, как он блестит. Ух ты, 2 очка! Это 2 очка, Никитос, а зачем ты взял Волберг? Ну, думаю, просто попробовать. И теперь Слава выигрывает на 1 очко, получается. Следующий раунд, давайте, Никитос, выбирай. Поэтому, ребята, вы должны выбирать такие волчки, которые могут развалить Бейблейд соперника. Итак, Никитка берет Зета Келес. Против Зета Келеса, Слава, кого ты выбираешь? Ты берешь Кербиуса? Ну, давайте, хорошо. Итак, друзья, на арене, значит, у нас Хазар Кербиус против апгрейдженный Зет Ахиллес. 3, 2, 1. Пуск. Ты хорошо. Ты как? Так как он интересно. Кто я? Да, твой не хочешь, чтобы. Ух ты, как он. Это, ребята, победа! Нет! Победа за Хазар Кербиусом. И это, ребята, счет... 3-1. Следующий раунд. Слава, выбирай, кого ты выбираешь на следующий бой. Я уже выбираю. Слава выбирает. Я тоже. Ты не смотри, кого он выбрал. Слава берет Фафнира. Апгрейдженного. Никита, ты кого берешь против Фафнира? О, ребята, Фафнир играет против у нас...
Феникса. Феникса? Возрождаешься. Поехали. 3, 2, 1, пуск! Тут раскручивается моего. А он тоже, ты меня тоже раскручиваешь. Да, тут каждый друг друга раскручивает. Нет, когда умедляется, то того тогда раскручивается. Если мой... Да, правильно ты все говоришь. Сейчас мой бросается. А вот сейчас мы уже друг друга. Есть. Есть, ребята, это победа за Фафниром. Четвертым. И это счет 4-1. Выбирайте, Никитос, твоя очередь, выбирай, кого ты выбираешь на следующий бой. 4-1, Слава, молодец. Ты сегодня в ударе, можно сказать, да? Молодец. Давайте, следующий раунд. Никитос, ты выбирай. О, ребята, Никита берет легендарный Спрайзен. Это у нас смешанный тип волчка. И против легендарного Спрайзена Слава берет Лост Лонгинус. Ребята нам написали, как же этот правильно называется волчок. Это у нас Лост Лонгинус, смешанный тип волчка. Вот такая, а? Томми. Пуск! Ого, как он бьет. Смотрите, смотрите, что они делают. Крутые битвы у вас, смотрите, пацаны. Смотрите, что я делаю. Сейчас я выиграю, все, я выиграю. Нет. И это счет, ребята, 4. 4-2. 4-2, пока, Слава, ты выигрываешь. Твоя очередь, сынок, выбирать. Кого ты выбираешь на следующий бой? Давай. Много каких сильных. Давай. Я всего выиграю. Хорошо. Молодец, Никитос. Итак, друзья. Вась Леопард Рэд против Крэш Рагнарук. Рактовор четвертый. 3, 2, 1, пуск! Да! О, Никита, я такого не ожидал. Вон прямо в камеру. Это счет 6, ребята. 6. Слава, я тебя поздравляю. Это счет 6. Какой, 6-2? Вот это круто, молодцы. Ну что ж, Слава, становись сюда, сынок. Ну что ж, Слава, значит, у тебя есть возможность выбрать, кого ты берешь. Дэнни Нож, держи. Никитос, это тебе материал. Ура, какого я хотел! А, ну хорошо. Можешь показать, какой он? Потом, ты покажешь, мы сделаем его тест-драйв. Ребята, сейчас мы распакуем, значит, Дэнни Нож, Сан Мун. А в следующем видео мы распакуем и сделаем крутой тест-драйв. Это Аматериуса, лимитированного волчка от Такара Томми. Сынок, ты его давай распаковывай, и мы устроим супер крутой бой. Покажи нашим ребятам, что это. Вот таких вот, смотрите, у него две верхушки, которые соединяют. Сейчас ты посмотришь. Потому что их можно на половинке разъединять. Соединять, да. На половинке разъединить, а потом... Давай, драйвер. Ребята, посмотрите, какой драйвер. Спрайзен на второго. Да, ребята, посмотрите, какой. Как у Одекса даже, да? Одекса. Похоже? А, ну да, Спрайзен. Как у Спрайзена, да. Вот, ребята, смотрите, какой у него крутой у нас получается драйвер. Вот тут специальная такая... А, это вот на верхушку посередине одевать, правильно или нет? Да. Наверное, чтобы их защелкивать, вот эти вот две части, да? Ну вот. Никитка, помогай, Славе, смотрите, давай, помогай. Вот, ребята, вот смотрите. Верхушка. Сейчас, ребята, посмотрите, какой крутой у него силовой диск. А ну давайте посмотрим на верхушке. Ребята, показать, вот смотрите, это у нас, ребята, день, солнце, можно сказать. Это солнце, сан. Да. Сан. Это солнце. А это, ребята, мун. Это луна, ночь. Ну, не знаю, Слав. Вот такая вот верхушка. Ты разрешаешь? Дай посмотрим. Да, разрешаю. Как мы будем делать? Сейчас я сделаю. Он соединит, будет у меня всегда. А они будут одинаковые по... Ребята, а когда соединить, Никитос, их вместе... Они по силе одинаковые будут, ну что ночь, что день. Нет, или вот. Сильнее. Да? Сильнее. А ну смотрите, ребята, Никита взял они вместе будут бить и развалил как-то. Славин Бейблейд, да? Что ты наделал, да? Подсучил мамой. Над мамой? Да, как? Скажешь, я нечаянно развалил. Поломал, скажи, да? Пойди покажи.
Ребята, Слава пошел шутить над мамой. Yes, that's not thanks. Так, давай, Слава. Ну что, Слава, пошутил над мамой? Кто мама сказал? Как это? Как? Как это говорит? Да. А потом что? Потом попробовал соединить, а потом... Ах ты ж! Ты пошутил. Пранк над мамой, да, сделал? Хорошо, Никитос, ты помог сделать? Давай, покажи. Что там у нас получается? Опа! Опа! Вот смотрите, это Sun Moon, ребята. День-ночь, солнце-луна. Держи, сын. Ну что, Слава, вы собрали день-ночь? Покажи, как он. Ребята, смотрите, какой Beyblade сегодня Слава заработал. Он его выиграл. День-ночь, Sun. Да? Вместе с ареной? Без. С ареной, наверное, вместе. Нет, у них металл, они идут в специальном каком-то наборе, я смотрела. В специальном каком-то наборе, правильно, с ареной. Я в английском канале. Ребята, все едет к вам, так что не переживайте, я уже давным-давно все заказал. Итак, друзья, у нас сегодня тест-драйв на арене. Sun Moon против... Ахиллес. Итак, ребята, обрейдженный за Ахиллес, да? Да. Пуск! Запустил. Итак, есть удар. Отлично, я сразу на середину. Отлично. Да. Молодец. Отбиваем. Итак, ребята, в первом раунде победил Зет. Ахиллес. Давайте его сюда победу. Давайте. А ты, Никитка, выбирай. Он так прикольно крутится. Крутится прикольно. Давайте, друзья, у нас следующий раунд. Поехали. На арене. Геркулес. Ну и, соответственно... Sun Moon, день-ночь. 3, 2, 1, пуск! Это, ребята, уже тест-драйв у нас. Папа! Да, подожди, сын, смотри. Да, спрашивай. Как будет развиваться? Так, друзья, в этом раунде победил непереможный Геркулес! Папа! Счет 2-0, да. Папа, можно спросить, как это видео будет называться? Знаете, чего? Как? Почему? Будет называться день-ночь. Знаешь, чего? Что? Потому что у меня там подписчики в школе, они спрашивают, как это называется видео, как это называется видео. Сыночек, папа еще не решил. Мы подумаем, как он будет называться. А хорошо? Что скажешь, потому что ребята там уже... Спрашивают? Ну, хорошо. Итак, друзья, у нас следующий раунд на арене. Кровавый Луинер и, соответственно, Sun Moon. 3, 2, 1, пуск! Ух ты! Есть, ребята! Можешь брать оттуда, я да? Вот этого хочу взять. За это Ахиллеса смешанный. Такара Томми, давайте. 3, 2, 1, пуск! Итак, друзья, в этом раунде победил Зет Ахиллес, и это счет, ребята, 5-0. Итак, друзья, на арене добрый Луи, 3, черный, смешанный, 3, 2, 1, пуск. Добрый Луи, проигрывай. Очень хороший наконечник, он его балансирует. Меня. Меня. Ты как интересно. А, все-таки день. Ночь проиграла, сынок, только что. 6-0, ребята, слабенький какой-то у нас. Sun Moon. Да, ну давай посмотрим, поехали. Вась Леопард, ребята, синий, блу. 3, 2, 1, пуск! Ух ты! Ух ты, как это было классно, а! Нет, сыночек. Нет, я затолкал. Были, затолкал он тебя в ловушку, это счет 7. 7-0, ребята. 7-0! Как я не видел? Ну вот так вот круто, быстро и очень эффективно. Я
Ну а что ж, запускай нормально. Волтроека смешана. Итак, друзья, на арене Валькирия смешана. 3, 2, 1, пуск! Давайте переиграем. Слава, ну не надо такое делать. Вот так запускай, так переиграем. Никитос, давайте переиграем. Пуск! Какие удары, а? Ты какие удары, ребята, были, а? Это я ударил. Балтреек, давай, не поддавай. Ну, сам нужно хоть одну победу выиграет. Хоть одну возьмет. Нет. Да. Есть, Слава, я тебя поздравляю. В одном раунде ты победил. Давайте следующий раунд. Ты берешь, получается, император Форнеус, да? Поехали, давайте следующий раунд. Пуск! А что ты подпрыгиваешь? Итак, побеждаешь 7-1. Ребята, у нас крутой тест-драйв. Сан Мун на арене. Император Форнеус. Император Форнеус, ребята, побеждает. И это, ребята, счет 8-1. 8-1. Я напоминаю, мы играем до 10 победных очков. Никитос, выбирай. Кого ты выбираешь? Рейнджер Рагнарок. Надо еще один. Блейз Рагнарок взял? Хорошо, поехали. Пуск! Сильно запускаете, ребятки, да? Еще 2 очка. Я, наверное, сейчас выберу. Сейчас посмотрим. Да, ребята, день-ночь победила Рактовора третьего. Итак, счет 8-2. Давай, Никитос, выбирай. Зиг-Экскалибур, ребята, смешанный на арене. Поехали. Пуск! Ты какой был удар, а? О, ребята, это что? Точно? Да я не сам не понял, что там происходит. Давайте, все нормально. Давайте, это ничья, ребята. Счет 8-2 так и остается. Никитос, выбирай, кого ты выбираешь на следующий бой. Ты берешь Валькирию смешанную? Валтроек, ребята, смешанный. Пуск! Это заметил. Только что. Ну что ж, друзья, в этом раунде победил у нас Сан Мун. Никитос, кого ты выбираешь? Ты выбираешь Sprite and Requiem. Смешанный тип волчка от Такара Томи. Счет, я напоминаю, 8-3. 3, 2, 1, пуск! Потому что он уже шатается. Я буду сильнее запускать, тогда знаете, что будет? Что будет? Тогда я уже победил. Ребята, в этом раунде победил Sprite and Requiem. Смешанный счет 9-9-3. Ребята. Что, сын? Знаете, что я сильнее запускаю? Почему? Потому что я буду сильнее запускать, тогда он просто не будет запускать. Почему? Потому что я сильно запускаю, он сильнее хочет запускать. А, ну давай сильно запусти, сейчас посмотрим. Итак, друзья, на арене Адская Саламандра, я вижу, да, Никитос? Вот поехали на арене. Адская Саламандра против Сан Мун. 3, 2, 1, пуск! Сильно запустился. Я подпрыгну вот сюда. Смотри, какие удары. Ну вы друг друга раскручиваете. Сейчас кто-нибудь да кого-то Никита раскручивает. Никита выиграл. Никита тебя раскручивает, сынок. А, я его не... Да, ребята, это победа! Ребята, это победа за Адской Саламандрой. Ребята, мы провели очень крутой тест-драйв, сынок. Кого мы сегодня тестировали? Покажи, сын. Мы, ребята, сегодня тестировали ночь. А где же день, да? Ну что ж, друзья, мы сегодня провели суперкрутой тест-драйв нашего суперкрутого волчка, нового, который заработал, выиграл Слава, выбрал Слава. Это день-ночь, Сан Мун, солнце и... Солнце и луна. Ребят, мы
передвижники отдельно день и ночь. В коробках? Да. А, так это, наверное, не оригинальные. А может, оригинальные? Не-не-не. Хорошо, друзья. Итак, ребята, я напоминаю, кто хочет себе вот такой вот волчок, пишите под этим видео комментарий, и мы его разыграем. Это Славин, волчок, Иркуль, обязательно. И колокольчик. Хорошо, друзья, давайте скажем нашим подписчикам пару крутых слов. Друзья, прошу, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был Слава и Никита. Всем пока-пока, до новых встреч. Пока-пока, ребята.